Добрый день, дорогие друзья! Снова маленький-маленький урок поделюсь с вами. Кидуш. Что такое кидуш? Кстати, в пятницу вечером кидуш – это 72 слова. Это напрямую связано с 72 именами Бога. Вот. Эти все слова – кидуш, кадош, кадиш – эти все слова – это циркуляция энергии. Как оно работает? В пятницу вечером заход в шаббат, когда это левая колонна, это левая сторона, это энергия получения. В каждом сосуде есть три колонны, это энергия получения. В субботу оно чуть работает по-другому, потому что суббота — это мы отключаемся от энергии хаоса, от энергии вот этой лимитации, которая есть. То есть мы напрямую работаем. Потому в утро субботы мы читаем Тору, это правая колонна. Вот. И самая сильная часть субботы — это третья колонна, это трапеза. Третья трапеза перед выходом из шаббата. Вот. Это все очень интересно, это потому что почастую мы что-то делаем и не понимаем, что делаем, ну так надо, так написано. Вот. Ну окей, надо всегда иметь объяснение этому и понимать значение этого. Кстати, вот суббота, говорят люди, это ограничение. Да нет, это наоборот не ограничение. Вот. Говорится. О чем? О том, что убери ограничение вот это с 8 до 6 работать. Мы в будние дни едем на работу. Вот это ограничение. Там, с 9 до 6 надо быть на работе, условно. Надо свой планер выполнять. То есть, есть ограничения какие-то. Звонок, он ограничен временем. Встреча ограничена временем. Мы бежим, спешим. В субботу мы от этого всего отключаемся и получаем насыщение, энергию. Это очень... Это шаббат, это машина времени. Вот, так что я вам всем желаю и хорошей недели, и хорошего дня, и всех благ, дорогие друзья. Пока.